Улыбаемся. В лесу наступила ночь. Ночные насекомые приступают к своим делам. Перед нами жук-бомбардир. Местные жители называют его пыльным жуком, потому что вокруг него бывает облачко пыли. У разных жуков этого вида разные характеристики. Часть является маленькими насекомыми, а часть гнилым мясом. Но почему бомбардира так назвали? Он может устроить взрыв. И похрюкивает потихоньку.